Итак, дорогие друзья, мы добрались до вас с вами до вот этой штуки. Вот. И сейчас мне нужно вот тут провести грань жесткую. Если я сделаю Ctrl-R, вы видите, она поползет туда и будет вот такая вот. Но не надо нам вот в этом случае, как раз не нужно. Как если я проведу просто здесь, то у меня будет вот тут треугольник, который сразу вылезет, естественно. Ну, для этого я изучаю это дело, чтобы как сделать так, чтобы вывернуться из этой ситуации. Я Ctrl-B сделал, Subdivision. И здесь я говорю Subdivision. Вот он, да? Беру Shift-V, двигаю его вот сюда. Прекрасно. И этот беру Shift-V, двигаю сюда. Так. Далее, вот это будет первая, это вторая. Я возьму M и скажу, что в первую. Вот, видите, мы создали такой вот хороший прямой участок, на котором дальше можем работать. То есть сейчас вот это подвину немножко. Здесь мы теперь уже спокойно можем сказать Ctrl-R. И вот так ее сделать. Соединить. Вот здесь V лучше F не использовать. Лучше все-таки взять ножик. Вот это, раз. И вот сюда его. И Enter. Но здесь, на всякий случай, выделить. Так, сейчас. Выделить вот эту вот кнопочку. Мало ли чего. B. Она может нам нанести такой вред, что мало не покажется. Поэтому M в центр. Опля! У нас выделена еще одна. Да? Ага. Ну, это не удивительно в блендере. M центр. Все. И вот теперь, если мы посмотрим, у нас должно быть неплохое такое ребрышко. Там он, правда, слишком тут это связался, да? Мы его чуть-чуть разомкнем. Так, нет. Так, Shift-V. Так. Разомкнем. И вот тут, наверное, тоже. Разведем чуток. Ну и давайте теперь глянем, что у нас будет. Получится ли у нас четкое ядро, ведро или нет, объект. Да, видите? Вот за этим я здесь, чтобы на мягкой поверхности получать вот такое красивое ребро, чтобы вот такие получались надколесные подкрылки. Так, надколесики, говорю, вот. То есть, вот это меня интересует, как сделать такую. Ну, мы с вами пойдем дальше. То есть, я хочу сейчас построить так работу, что я буду выделять только те объекты, которые, ну, без которых мы с вами не можем обойтись, потому что я просто не знаю, как это делается. Да? Хорошо. А двигать вот эти все полигончики, эти точки, подгоняя друг другу, это уже, как вам сказать, я отдаю вам. Ну, я сам буду двигать, но, в общем-то, я думаю, что в этом ничего сложного нет, и каждый может двигать свои полигоны, сколько он душа пожелает. Вот, сидеть, подгонять тут, да, взять, допустим, вот эти все, выделить, к примеру, поставить сюда и подогнать их, джи, сюда. Вот так. И это сюда. Вот таким образом получается хорошее крылышко такое. Договорились, да? Еще одна интересная выемка. Вот она. Давайте посмотрим, как ее сделать. Но я предполагаю, что мне придется здесь Ctrl-R поставить. Потянуть его вот сюда. Так, теперь это ясно, что пойдет. Все это мы делаем сверху. Тут подгоняем. Тут подгоняем. Тут
Подгоняем и тут подгоняем. Здесь тоже. И это вот сюда. Самое простое, что мне напрашивается, я бы сейчас просто еще один сделал, наверное. Контроллерчик. Или можно попробовать так. Вот этот выделить, допустим, да? Вот этот нам не нужен. Ну, во всяком случае, можно попробовать еще один сделать, да? Ctrl-R. Ну, тут видно, что он не хочет. Так, давайте тогда по-другому попробуем. Выделим это все. Есть еще один интересный инструмент. Это Ctrl-B. Bevel. Можем сделать вот так. И чуть подвинуть его. Допустим, вот так, да? Не знаю, надо ли внутрь его пихать. Могли бы, конечно. Сейчас подумаем. Так, теперь вы заметили, что у нас все нормально стало. Единственное, что я специально сделал чуть пошире. Для чего? Сейчас вы увидите, для чего я это сделал. Теперь, когда у нас уже это готово, мы возьмем это ребро. Вот это. Скажем, Ctrl-R. Теперь оно здесь стало, да? И Ctrl-B. Нет, сначала надо его поставить, а потом Ctrl-B. Ну. Вот так. И после этого можно было чуть поменьше, конечно. Ctrl-B. Вот так. Ну а теперь перейти в полигончики и утопить это, сказать Е и внутрь. Ну и посмотрим, что это будет теперь. Объект вот. Он прекрасно. Но вот тут мы должны будем поработать, скорее всего. Это говорит о том, что сейчас мы перейдем в Edit Mode. Здесь есть куча всяких разных бэков-мяков, которые надо привести в порядок. Вот, видите они. Мы все должны сюда подвинуть. Допустим, здесь сказать М. Первое. Оп. И чуть двинуть. Пока она не соединится. Так. Ну и вот эти тоже сюда. Я не довел, что ли? Сейчас я посмотрю. Да, просто в конце я маленький-маленький такой на самой границе не выделил, поэтому так получилось. А так, смотрите, какой красивый, замечательный. Вот это тоже мне надо. Как вот на такой выгнутой поверхности сделать вот такую красивую штуку. Ну, так, посмотрим, какие еще новости у нас. Если мы недовольны вот этим закруглением, ну, так получилось, да, то, в принципе, с этим справиться очень легко. В том плане, что мы сейчас возьмем вот это, допустим, ребро, да, сейчас, секундочку, вот это ребро, скажем, что L, и Shift-V,
Подвинем его просто сюда пока что. А здесь мы можем сказать Ctrl-R еще раз. Ctrl-R. Вот сюда. Тоже его немножко подвинуть, может быть. А может быть просто вот эти точки. Сейчас, секунду. Эту и вот эту подвинуть с помощью Shift-F вот сюда. И тогда вот, тогда у нас получился вот такой. Не совсем круглый, а такой, какой нужно. Ну вот, пожалуй, вот эти вот вещи. Там еще вот тут такая дырка сделана красивая для фар. И сама фара. Ну, к этому мы еще придем, а пока вот на этом закончим, я думаю, тут. Мне это, если я забуду, то мне это очень быстро, я вспомню, как это делается.